rodina, familija, zvanje, dolaznost, podrazumijevanje. Sutra je 6. brigada, vojnoska čast 63, 354, dislociraju se u grad Bunac. Ježov je on binačni kreditar. Pa štatki Štrlok, pomoćnik automatičar. Dobro, što je? 3. januara 75. godina. Потерь общего батальона. Постоянно. Подробнее расскажу, как это знаешь. Я с июня месяца. В июне прибыл. Нас тоже собрали, но определили, кто по тем задам будет. Нас как нос прыгнул, но плюш попал. Их первый взвод. Через несколько дней мы выдвинулись в лесополку тоже для обороны. Через 8 дней нас разбили. У нас осталось ползвода. Опять вывели, опять укомплектовали. Вот так вот стабильно идет. Комплектация опять закидывают. Вывели неделя, опять укомплектуют, опять закидывают, опять распределяют все. Сейчас вот зашли, а там солзвода, вот все, человек осталось, вот который сдались. Большие потери, конечно. Все, 200 или 300 или 10 или... Тут 300 уже вот у нас, это почти все 300. 200 будет уже много. У нас ротные все поменяли, взводные. Что все 300, кроме 200. Расскажи про обеспечение подразделения, как с питанием, с экипировкой и прочее. С экипировкой я не знаю, у меня своя была. Ну, что выдали, то нахожу. Питание, как старшина получает, у него там есть, видно, что лежат коробки там все. Под открытым небом. Мы спрашиваем, дай вам что-нибудь, пойдем сюда передок. Вам там дадут. Ну там привезут что-то, вытянут. Идут сюда, там постоянно раскрывают типа, позиции, куда привозят жертву. Ну один раз у нас нормально получилось. Взяли кусок колбасы, хлеба, воду. Ну 2 дня там нормально ели. А так в основном тушенка, галетки, то не на галетке, то тушенка. Обеспечение очень. Так что в магазин съездишь, снимешь, купишь, чтобы более-менее. То есть основное питание больше, чем в магазине? Ну да. Там он что выдаст, консервуйте тушеные. Вот как последний раз уезжали, там сыр получил колбасу, печенюшки, хренюшки, что-то они не видели, два дня там все лежало. Там мышцы скрыты, все нормально. А потом смотришь, уже вытерли эти вафли, баранки, рублики.